суды, разбирательство с Минздравом, обращение к депутатам. Тогда доведенные до точки кипения родители из диабетического сообщества «Диасвет» в борьбе за права своих детей оббивали пороги множества инстанций. Муки не прошли даром. Инсулин, тест-полоски, расходные материалы начали выдавать без перебоев. Родители и дети выдохнули. Оказалось, ненадолго. Идет необеспечение детей именно инсулинами по торговому наименованию. То есть выписывают инсулины по ММН, вот, но, к сожалению, идут, уже есть в нашей области побочные действия у детей, у кого от этих вот инсулинов, рост инсулинов начинает, дети впадают то ли в кому, идет побочное действие, резкий скачок сахара вниз, то есть это опять реанимация. Закупка инсулина по международному наименованию – условие 44-го федерального закона. Мамы из Диасвета поясняют, новый инсулин – это не Лантус, к которому давно привыкли все детишки, и даже не дженерики, а биосимиляры. Препараты имеют совсем другой состав. Родители, соответственно, отказываются переводить своих детей как подобных кроликами. Не хотят. Мы боремся за то, чтобы все-таки дети оставили непосредственно вообще именно... Закупали инсулин именно по торговому наименованию. К решению проблемы подключились Сергей Морозов и новоиспеченный уполномоченный по правам ребенка в регионе Екатерина Смородам. Сергей Иванович уже проговорил с благотворительным фондом, который выделяет, и сегодня денежные средства будут уже находиться на счете общественной организации в объеме 1,5 миллиона рублей. То есть проблема для 300 семей, в которых воспитываются дети, больные сахарным диабетом, будет решена практически до конца года. Смородам добавляет, проблему в ближайшее время доведут до федерального уровня, чтобы пересмотреть закон. Рената Алиулова, Даниил Сурков, новости Улправда ТВ.